Привет, друзья! Рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вот таких вот вкусных, быстреньких пирожков, которые станут отличным завтраком или просто перекусом. Начинку можно использовать абсолютно любую. Я взяла салями колбасу, и точно так же мелким кубиком нарезаем ветчину. Немножко измельчаем зелени. Добавляем сюда фету. Можно заменить на сулугуни. Или вообще сыр такой не добавлять. Ложечка майонеза и перемешиваем. Также по желанию я добавила еще немножко тертого твердого сыра. И вот буквально за 2 минутки начинка готова. Покупаем готовое уже слоеное тесто. Слоеное тесто одно, наверное, из самых сложных, которые можно приготовить. Поэтому я довольно-таки часто его покупаю в магазине. Я беру слоеное бездрожжевое. И разрезаем, разделяем на примерно одинаковые квадратики. И осталось нам сформировать пирожки. Добавляем ложечку начинки. Кусочек моцареллы и формируем вот такие вот пирожки. Краешки для лучшей фиксации смазываем яйцом, защипываем и для страховки еще проходим вилочкой. Второй вариант, можно сделать вот такие вот прямоугольнички, так еще проще. У меня дома просто обожает такие пирожки. И мне тоже нравится их готовить. Отправляем на противень, которую я выстелила пергаментом и немножко смазала растительным маслом. Пирожки смазываем яйцом и по желанию посыпаем кунжутом. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут. Смотрите, чтобы ваши пирожки были румяные. И вот в итоге такая красота румяная и очень вкусная закусочка у нас получилась. Такие пирожки быстренькие, а разлетаются просто на ура. Из порции получается довольно-таки большое количество пирожков. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Ну что ж, друзья, вот такой вот рецептик. Я надеюсь, что он для вас понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, я буду очень рада. Ну а встречи, всем пока и приятного вам аппетита!